Друзья, всем привет! 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 Сегодня у нас 2 января... Какое 2? 1 января 2022 года. Мы по-прежнему в Москве. Сейчас идем на каток в парк Горького. У нас и вообще... смотрите, там Coca-Cola грузовик. Да-да, мы сейчас покажем, сын. У нас вообще планы посетить 3 катка в Москве за эти дни. Это вот парк Горького, потом ГУМ, ну, площадь, и ВДНХ. На ВДНХ мы вчера гуляли, но, к сожалению, попасть вчера было бы просто нереально. Вот, а сейчас мы идем на каток в парке Горького. Так что ждем оттуда включения. Веселье приносит и вкус бодрящий, праздник и вкус всегда настоящий. Тёмыч, хочешь кока-колу из настоящей машины кока-кола? Ну я хочу не пить кока-колу, но кока-кола, ну, из настоящей машины кока-колы. Прохладно, да, для кока-колы. Мы хотели сфоткаться с Сантой, а к нему целая очередь, решили, нафиг надо. Поэтому идем дальше гулять. А, может возникнуть абсолютно объективный вопрос, где же наша мама? А наша мама пошла сегодня встречаться со своей подружкой, они сейчас сидят где-то в Якитории, общаются, и где-то через часик мама уже к нам присоединится, и мы пойдем кататься на катке. Очень красивая елка стоит на входе в парк Горького, центральный парк культуры и отдыха. И вот мы воссоединились всей семьей с нашей мамой, которая принесла сыну еды. Я не ваша мама, я его мама. Ну, его мама. На что сын сказал, когда Нина достала роллы, сын сказал: «Вот это я понимаю, мать!» Вот это я понимаю, мать! Просто недоеденная от сердца. Да. Вот. На самом деле просто не А, уже все? А, еще есть. Ладно, все, ребят, у нас каток. Едим палочками. Да, едим палочками. У нас каток, и мы спешим. Так, мы идем на каток. Здесь проходим лабиринт. Сейчас будем... А, билеты там сканируем. Так, ну что, зашли. Здесь идет активное переодевание. И вот центральный выход на каток. Я так чувствую, там будет очень даже классно. Все, быстро переодеваемся и вперед. Так, здесь идет переодевание. Мы уже облачились. Пойдем сдавать обувь. Ну, с Богом. Ноги уже болят, если честно. Так. Давай, давай, давай. Вот, вот, уже лучше. Уже видишь? Уже едешь сколько-то? Так, вот здесь в тупике у нас фудкорт большой. Приличный такой. Блины, кофе, шаурма, чурос, чай энд джой, венские вафли и мистер гриль. Это не тупик, это павильон отсюда. Ну да, да, да. Там, вот. Типа, сейчас мы через него, да, проходим на другую дорожку, одну из параллельных. И плывем, плывем дальше. Ой, ну что, мы укатались просто, да? Вообще. Я нет, я еще, ой, поеду. Тёмыч уже просто укатался, он сидит, отпаривается чайком, отпаривается. Да. Да, в общем, здесь очень вкусный фудкорт, на удивление, то есть такое все хорошее, вкусное. А, очень много людей, и вообще очень классно, на самом деле. И у Артема очень аппетит, ой, у Андрея очень сегодня жесткий аппетит, он уже съел 2 хот-дога, вафлю в шоколаде, и говорит, когда мы пойдем куда-нибудь есть в ресторан. Да,
Мы сейчас пойдем есть ресторан, так что Нина, он выбирает ресторан, собственно. Да что выбирать, все везде занято, мы ничего не забронировали. В итоге я сейчас понимаю, что я буду обзванивать еще на завтра-послезавтра места, которые хочу, чтобы мы посетили, потому что что-то у меня плохое предчувствие, что туда не попадем. Ну да, мы же совсем не в праздничные дни приехали в Москву. Очевидно, что все свободно везде. Просто идем умотанные, убитые с катка. Тёма, ты как? Никак. Идем стоять в очередь в сыроварню, потому что куда-то еще дальше уже сил нет. Да, короче, решили поужинать просто в близлежащем кафе. Нашла Нина кафе, как называется? Сыроварня, да? Так и называется? Да, ну это типа пармезана нашего. Ну, в общем, такое обычное кафе. Вот. И поужинаем там и поедем уже домой. Потому что завтра у нас опять насыщенный день. Ну, в общем, собственно, все как всегда. Да, Нина? Да. Сын, ты как, живой? Не живой. Ну, а ноги мои вообще не живые. Это очевидно. Оказывается, то самое кафе, в которое мы собрались идти, оно находится прямо вот в одной из... рядом прямо с воротами. Не, оказывается, я это всегда знала, я это уже ела. Вот она, сыроварня. Ну, Андрей, вечер открытий. Да. Пойдем вот попробуем, может быть, отсюда попасть. Вот с этой двери? Хотя вряд ли там, наверное, не такая очередь будет сейчас на ожидание. Ну да, все хотят покушать после катка. Или перед. Или перед, да. Так, сегодня у нас ресторан «Сыроварня». Ресторан по типу нашего калининградского пармезана, ну, если так примерно аналогично сравнивать. Вот, но единственное, что ценнички такие, чуть-чуть повыше, да, чем у нас. Ну, побольше, чем на 100 рублей, на мой взгляд. Вот, но в целом... Сейчас попробуем, конечно, насколько здесь хорошая еда. Звучит очень вкусно, но вот Нина утверждает, что здесь прям хорошо. Да. И сын... Мне тоже так кажется. Сын будет есть из детского меню. Артём, ну, а я съем все, я не привередлив, поэтому... Ой, Тём, здесь есть... Покушай. Так, ну что, я взял бурату. Думаю, дай попробую, какая здесь будет буратка, потому что не зря ресторан называется «Сыроварня». У них реально тут вроде наверху сыроварня. А они сами пекут вкусный хлеб. Вот сейчас я взял обычную бурату, без салатов, без всего, потому что ничего не хочу, а хочу именно попробовать сырок. Вот, еще жду вкусный деревенский мясной суп. Ну и как бы настоечка. Чин-чин. Ребятки, бурата просто великолепная. Прям супер свежак. Прям топчик, как я люблю. Офигенная. Просто гастровлог. Да. Мне тоже. Салат с сметаной. Не, ну салат реально. Ну да. Нормальной еды не хватает нам, да? Я пока ничего нет. Пожалуй, на стойку попробую свою. Ваше впечатление. Ой, моя такая красивая. Спасибо. Просто есть только сыроварение, есть крупные полиграммы. Ну, в смысле крупные тоже такие крафты. Ну, для города, я имею в виду, что... Да, и там прямо... Салат очень вкусный. Да, и там прямо стола. Прямо не поставщики для всех сыроварен, ресторан. Именно в Москве привозят узбекские хорошие помидоры. Ну, он прямо сметили, вообще мы даже не успели. Да, то есть он прямо специально все выращивается именно в нем, то есть за счет того, что она стоят. Ну, жалко. Нет, супер аккуратно, да, просто и очень это хороший. Как бы очень хороший. Лучше, в общем, сейчас я буду пробовать.
Мне кажется, она очень вкусная. Нам уже разрекламировали узбекские помидоры. Мне прям страшно. Да, у Нины тюнингованный вариант, если взял попроще. Ой-ой-ой-ой-ой, надо было мне тоже такое брать. Это очень круто, я сейчас еще вот так сделаю. У них соус песто просто бесподобный. Он прям просто супер натуральный, как будто я его сама в блендере только что сделала. Я даже прям... Ой. А если попробовать бомба сейчас, узбекский помидор? Ну давай. Голодным это видео не смотреть, извините, пожалуйста. Ну давай, быстро, ощущения. Оценка. Губы. Анаконда, которая готова все это поглотить. Очень вкусно. Ладно, приятного аппетита. Нин. Что, не лезет? Горюю. Мы что-то так объелись, капец. Очень вкусно, много конфеток, сыр здесь. И томатный суп, короче, с креветками. Но... Ну, я еще знаю, что мне еще и десерт. О, боже, дай мне мы так объелись, просто капец. Мы уже с Буратой ушли, потому что Бурата очень сытная, она большая, она 200 или 250 грамм. И она прям вообще нас убила. Супы это уже прям много. А у Нины еще десерт. По закусочке, да? Взяли. От жадности и от голода. Так, ну что, вот нам принесли счет. Вот так выглядит примерно ужин. Достаточно скромный. Это пытка, потому что я так объелась, что медовик мы вообще не стали пробовать. Да, медовик мы взяли с собой. Да, я покажу, какой. Он очень красивый. И он большой. И он большой, да. Вот, поэтому, ну, в общем, на 4000 мы поели, но оставим чаевых 400 рублей. То есть, грубо говоря, почти 4... ну, 4500 выходит. Вот, но это было реально очень вкусно. И опять же, на цены смотришь, вроде такие цены, ну, не сказать, что прям охренеть какие. Но, тем не менее, 4 косаря. Вот, так что... Какой вывод напрашивается? Нужно в одиночестве выходить. Что? Всем в одиночестве отдыхать. Да. Если бы в одиночку, то было бы, конечно, сильно дешевле. Ладно, шутка. Так, а здесь в ресторане вот есть и сырный цех, собственно, где сыр готовят. Вот, потом, что у нас тут? Сырная лавка. Вот сыры, которые производят здесь. Пожалуйста, Страчителла, Бурата. Ну, чуть-чуть цены повыше, чем у нас на Рогните. Но не сильно прямо выше, но чуть-чуть повыше. Вот. Ну и вот такой большой еще зал с открытой кухней. Сейчас покажу. Ага, вот такая вот. Ничего себе здесь зал какой. Вот здесь вот все на гриле. Вот такая вот открытая кухня, прям полностью открытая. Круто. Еще и хлеб пекут свой, очень вкусный. Вот так это выглядит. Супер. Сынок, какую оценку ставим сыроварне? Из скольки? Ну, из пяти. Четыре с половиной, потому что очень сильно переел и не смог. А, только из-за этого? Ясно. Ну, так это наоборот, наверное, 5.5. Ну, ладно. Не, на самом деле, хорошее место. Находится в прекрасном, шикарном месте. Прямо вот рядышком со входом в парк Горького. Тут вот такая вот красота. У меня больше никаких претензий нет, только потому что... Они мне не дали десерт поесть. В смысле, они тебе не дали? Тебе не вместился десерт? Ну вот потому что слишком все сытно. Во, понятно. Десерт твой будет дома, который вот у мамы в мешочке. Мам, покажи. Мама Артема, покажи, пожалуйста. Ай, там не видно, ладно. Все, ладно, идем дальше пешочком в сторону дома. Гелик? Сынок, в Москве геликов как... Я всего 3 штуки встретил пока. Да, ну это просто так и случилось. Снежочек. Ой, красота, легкий снежок начинается. 1 января, вечер, парк культуры. И вот такая тишина. Я такого в метро очень давно не видела.
Очень давно. Мы сейчас будем одни в вагоне. Я не знаю. Как это вообще объяснить, да, сынок? Вообще. Ну да, интересно.